Итак, ну покажи, покажи челлендж. Челлендж называется «Весело тебе за 3500». В течение часа мы должны смешить Гитмана. И если нам удается, каждый раз, когда нам удается его рассмешить, он рестартит уровень. А не, подожди, почему рестартит уровень? Ну, наказание. Тысяча рублей потыканный. Развеселите Гитмана. У вас не получится. Этот человек столько говна прошел. Этот человек ДС проходит пальцами ног. Ему неведом смех. Ну попробуй. Ебет, короче, батя сына. Сын плачет, а батя говорит, видишь, как плохо, что мама умерла. Ну, это жиза вообще так. Ну, конечно, плохо, что мама умерла. Бля, на пацаны, нет, он врубил. Так, хорошо. Едет мужик на машине. Так. У него сосет обезьяна. Его останавливает гаишник. Так. Гаишник, открывая дверь, видит, что обезьяна сосет мужику и так. Спрашивает, что это. Мужик спрашивает, что, тоже хочешь? Гаишник говорит, нет, после обезьяны не хочу. Блять, я не знаю, но у меня не хуйло знает. Слушай, может, игра так себе нравится? То есть мужик у обезьяны сосал, что ли? Нет, типа гаишник подумал, что мужик предлагает... А, все, да, нормально, нормально. Блять. Орг. Нормально. Сука. Лупа и Пупа работают в цирке. Пришло время получать зарплату. Но в бухгалтерии все перепутали, поэтому... Лупа получил за Пупу, а Пупа за Лупу. А за щеку получила твоя мама, пока ты это рассказывал. Нет, это в анекдоте с Пупой и щекой, да. Знаешь, что общего между близоруким гинекологом и щенком? Бля, мне скинули анекдот. У них мокрый нос. Такой анекдот жесткий. Как можно назвать карлика, недопущенного к службе в армии? Сейчас, погоди, я подумаю. Карлика, недопущенного к службе в армии. Маленький негодник. Да. Так это считается или нет? Так, ну вообще, Гит, по идее, считается. Давай считается, да. Через старт уровень. Ребят, тогда вам пока. Почему Тимати питается только в Black Star Burger? Почему? Потому что любит большие и черные. Пиздец, чувак. Я пошел, я болю. Извините. Неплохо. Гит, почему инвалид купил себе самую навороченную коляску? Да просто не устоял. Давай рестарт. Гид, в чем разница между бойскаутами и евреями? Пиздец. Не знаю. Бойскауты возвращаются из лагерей. Пиздец! Чувак, это жизнь. Это банят, чувак. Это, блин, я бы из страны уехал. Из какой страны? Мы, блин, не в той стране, чтобы уезжать оттуда. Так факер сказал, читаете. Это третья ступень, ребят. Так. Пупа и Лупа. Так. Работали в цирке. Так. Пришло время получать зарплату. Так. Но в бухгалтерии все перепутали. Так. Поэтому Лупа получил за Пупу, пауза. А Пупа за Лупу. Блин, ну с ним не работает этот трехступенчик. Или ты посмеешься? Да, ну только мне рестартить нечего, потому что я между уровнями. Блядь! Это трехступенчатая шутка, она сработала в самый неподходящий момент. А почему Нина больше не качается на качелях? Нина больше не качается на качелях? Да. Сломались качели? Потому что у нее нет рук. Тук-тук, кто там? Точно не Нина. Такая история. Однажды в Москву приехала группа Pink Floyd. Так. И Дэвид Гилмор спрашивает, где-то у вас, типа, гнездо рок-н-ролла? Мы привезли в ДК Горбунова, короче. Заходит он в малый зал, а там репетирует какая-то московская группа. Типа, или ногу свело, или рукастый перец, или манго-манго, сейчас уже нихуя не вспомнить. Гилмор смотрит на группу и нихуя вообще не понимает просто. А группа смотрит на Гилмора и думает, смотрите-ка, Юрий Антонов. Блин, я понял, ласки хорошие стратегии, типа. Молдовые группы, анекдот про них. Летсплеер долбоёб. Если набирается 3500, то тогда Гитман в течение
получаса будет отыгрывать летсплеера долбоеба, типа, эй, всем привет, там, типа, пятюнь давать в этот, постоянно говорить, не, ну вы видели всякую хуйню творить. Гитман надо будет три торнадо уебать, это который Куплинова надо смотреть, он актуален. Да, Куплинова открой. А кто такой Куплинов вообще? Видишь, я даже не знаю, кто это вообще, кто это? Ну вот Тимасян за меня его сделает, а я за Васяна сделаю челлендж. Не, ты обязан. Блядь, ты ну че? Тебе задонатили, блядь, 4000. Ну я просил обязан этого не делать. Можно я верну просто 4000? Чувака. Я готов 8 даже вернуть, 2 раза больше. Вот смотри, Куплинов стал королевой, наверняка там будет весело. Подождите, он пока впитывает. Вот примерно так, представь, что ты моложе еще его. Как я сказал, я обещал. Посмотрим на вторую часть. Как написано, то ли революционное продолжение, то ли продолжение революционной игры, в которой вы могли вершить судьбы одним пальцем. Короче говоря, та игра была про короля, это про ее. Чувак, это он еще на заставке столько сказал, понимаешь? Ой, подожди-ка. Да что же скучно у нас получилось свайпа? Какой-то твоей королевой. Ну тут реально надо долбоёбом родиться, как же я могу сделать? У меня полномочия мои закончились. Попробуй. Мне кажется, чатик должен поддержать сейчас Гитмана. Ему надо начать. Давай! Папа. Он даже это не смог. Ну ты шутишь. Привет, мой дорогой зритель Ютуба. Только тебя и ждали, да. С вами снова Гитмурик, да. И мы сегодня играем с вами. Блять. Соберись. Играем сегодня с вами в замечательную игру какую-то. Как она называется? Terra Nova Strike Force. Да, Strike Force. Сделать-то надо нам. Чего-то надо было. По-моему, дать пиздян пиратам мерзким. Пойдемте дадим пиздян пиратам. Не люблю пиратов, потому что я хуй знает, почему я не люблю пиратов. Да и похуй. Па-па-па-па-па-па. Да. А я брат Гитмурика, Фагерулик. Бэм, подписывайся даже на мой канал. Бэм, давай. Начинаю... Бэм. Да, это мой брательник, бро. Пацаны, вы едете на ВК-фест? Да. На ВИД-фест? Да. Клёво. Да, жара. Ебать. Какой же он охуенный. Бро. Он классный. Понял. А кто еще поедет на ВК-фест? Гитмурик. Там должно быть классно. Кто уже купил билет? Гитман, ты пойдешь на ВК-фест? ВК-фест в Питере. В Питере, Блядь. Ладно, все, надо отъебаться. Еще 15 минут, да. Гитмурика лучшего в мире летсплеера. Мы думали, тебе будет веселее от всей хуйни, от того, что все стали даунами. Не, все, мы молчим. Пиздец какой просто. Чего вообще? А теперь не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики, комментарии. Пяу! И давайте посмотрим на самый популярный комментарий. Самый популярный комментарий, Гитмурик скатился. Заяви о себе! Самый популярный комментарий, Гитмурик скатился. Как бы ты ответил на этот комментарий? Хуй соси только. Удаляй нахуй. Отключаем дизлайки на канале. А их можно отключить на канале? Отключено, да. Сейчас отключены дизлайки, вы не можете ставить их. Так сосите хуй. Сосите хуй, только вас и ждал, блядь. Написал человек, что выключил колокольчик, но он же тогда не получит твое новое видео сразу, моментально, не узнает о нем. Потому что в следующей серии мы летим убивать пиратов. Опять. Может, кстати, уже не пиратов даже, хуй его знает. А может, пират, не пиратов, интрига, ребят. Кого убивать? Кого же вам нужно убивать? Может, даже и собак. Может быть, даже и собак. Гитман, коктейль подъехал, мохито. Это вам.
Лучшему. Лучшему. Ебать, туда никого, что ли, нахуячил? Чебанутый, что ли? Ебаш. Давай заметь. Да выпей, блядь, мы не стали бы одеколон ебашиться. Бля, пахнет какими-то духами. Да ебаш, да нет, не духи, ты чё, ропаешь? Мы уже все попробовали. Ну, блядь, если я сдохну... Это идеальное сочетание джина. Если я сдохну, то... То мы это запишем и выложим на твой канал. Да, нужно подписываться и ставить колокольчик, блядь. А кто поставит дизлайк, у того умрет мать. Но не сегодня, так что вы сможете немного времени с ней провести. А кто это агрессивная политика. Можно даже сюда, когда убью, у того убью, мать. Дизлайк ебанешь, что еще батя сдохнет. Так летсплееры еще не говорили. Новый уровень, только на нашем канале, блядь. Новый уровень. Новый уровень на этом канале. Гитман, как чинить? Гитман. Торнадо надо. Нахуя ты его разбавил? Блядь, это, сука, досолодовый виски. Блядь, ёбаный рот. Гитман. Блядь, ёб твою мать. Торнадо хуже не сделает. Гитман. Гитман, как чинить какую-нибудь хуйню? Как чинить что-нибудь? Да, блядь, кто-нибудь с другой это пьёт. Ёбаный рот, а? Блять, сука, дорогущая, это солодовый виски, блять, разбавить энергетиком, пиздец. Чего надо тебе? Лучшим энергетиком, как чинить телескоп? Терпильный уголок. Квай-челлендж, друзья. Блять. Квай-челлендж. Ебать. Надо сразу пояснить, что он будет не мгновенно выполнен. Не мгновенно, короче, вы собираетесь... Почему? Давайте мгновенно. Здорово, бой, спал? Там началось уже, да? Вернись и сделай мне квай. Ты правильно делаешь, это сумасшествие. Женщина на это не подписывалась, а факеры пытаются заманить и сделать так, чтобы она сняла квай. Да. Нет, он где-то тут. Давай, чувак. Забери меня! Забери меня отсюда, нахуй! Пожалуйста, садись. Разъебут же сейчас! Да сука ты, блядь, тупая, нахуй! Ебал я эту игру, блядь, просто ебал. Прикольно. Пора всех разбудить. ПС, мой никуда англоязычный игрок. Что? Не подходит. Я боюсь этой херни. Что происходит? Часик насекает. Пиздец. Челлендж сейчас собрался. Давай. Бомба, которой нет на свете! Бомба, которая...
боку! Нет! Бомба с дырочкой в левом боку! Нет! Бомба с кисточкой! Нет! Бомба с хвостиком! Нет! Бомба с пружинкой! Нет! Бомба без пружинки! Нет! Мужик в шляпе! Нет! Мужик без шляпы! Нет! Женщина, которая поет! Нет! Женщина, которая дает! Нет! Девочка Лена! Нет! Пыльная пена! Нет! Крокодил Гена! Нет! Зеленая антенна! Нет! Цветковая арена! Нет! Флакон сирена! Нет! Тюбик крема! Нет! Диагноз олигофена! Нет! Сток сена! Нет! Травля Двена! Нет! Лимбовурена! Нет! Набедренная повязка Абонена! Нет! Хуй по колено! Нет! Мальчик Миша! Нет! Бочка Гашиша! Нет! Девочка Зина! Нет! Шестовая мина! Нет! Холодная тина! Нет! Дырявая шина! Нет! Платон бензина! Нет! Кепка грузина! Нет! Проститутка Мальвина! Нет! Заряд Тротила! Нет! Насильник Чикатило! Нет! Резиновый сапог! Нет! Хэви метал рок! Нет! Новая земля! Нет! Брейдийская волна! Нет! Березовая роща! Нет! Злая теща! Нет! Сифонные вши! Нет! Зеленые камыши! Нет! Спокойной ночи, малыши! Нет! Жиши-пиши через «ы»! Нет! Победи бамбука! Нет! Бякая бука! Нет! Ворона Каркуша! Нет! Розовый поросенок Хрюша! Нет! Заяц Степашка! Нет! Ну ты, блядь, при чем? Бандит Кавакашка! Нет! Хищник Чебурашка! Нет! Самопальный коньяк! Нет! Старуха Шипокля! Нет! Крылатые ракеты! Нет! Хунта Пиночета! Нет! Постановленные массоветы! Нет! Конец света! Нет! Александр Невский! Нет! Александр Македонский! Нет! Александр Царь-батюшка! Нет! Одеколон Саша! Нет! Саша Сурал Маша! Нет! Шуры-муры! Нет! Алла Пугачева! Нет! Рая Горбачева! Нет! Катя Лычева! Нет! Ёбаные кошки Куклачева! Нет! Режим Тори! Нет! Режим Бори! Нет! Режим Гриши! Нет! Режим Миши! Нет! Сички на ветке! Нет! Шоколадные конфетки! Нет! Хорошие отметки! Нет! Медицинские пипетки! Нет! Кошачьи котлетки! Нет! Детки в клетке! Нет! Платная спецшкола! Нет! Безалкогольная кока-кола! Нет! Шотландские виски! Нет! Общепитовские сосиски! Нет! Метрополитеновские крыски! Нет! Давид Кипиани! Нет! Крови с Толстого в бане! Нет! Велосипедные педали! Сука, ну кончится вообще или нет? Картина Репина не ждали! Нет! Правила коммунистической морали! Нет! Институт сплавов из стали! Нет! Пустая бутылка из-под цинандали! Нет! Полные бати! Нет! Красные рати! Нет! Обезьяны макати! Нет! Летчик Катинати! Нет! Связка гнилых бананов! Нет! Политик Геннадий Зюганов! Нет! Напиток Спартакола! Нет! Ельцину престола! Нет! Старая портократия! Нет! Воровская демократия! Нет! Вязаная кофта! Нет! Владелец Майкрософта! Нет! Бомж московский! Нет! Вова Жириновский! Нет! Моника Левинский! Нет! Миша Шафутинский! Нет! Хельсинковая конвенция! Нет! Кинофильм «Интервенция»! Нет! Русский квас! Нет! Матвей Кавказ! Нет! Мы полчаса сделали вместо часа. Нет! Антиалкогольный устав! А, ну полчаса. Нет! Мобстер! Да! Блин. В смысле, полчаса уже прошло? Нет, ну там вон видишь таймер. Ну, аж чуть больше я поставил. Ничего себе, чуть больше. Ну там на 4 минуты. А какие 4 минуты? Вы 15 минут хуярили, когда было 32 минуты. Я засекал, блядь. Заканчивайте уже. Заканчивайте, спать дайте. Переборщил, да. Челлендж полчаса должен был длиться, а не час, блядский. Полчаса. Ну мы сейчас на бис. Мы сейчас на бис. На какой бис дайте? Давай на бис. Бля. Файгер, не машни. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея, но сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Скач неправильное дерево выбрал.
Привет всем, здорово. В этом какая-то мразь залетела огромная, летает. Летает. Где-то рядом с нами. Ёбаный, блядь. Мне, походу, всё-таки одной из готов недостаточно. Сейчас посмотрим. Чувак, блядь, как её убрать оттуда? Жесть, смотри, смотри, смотри. Смотри, блядь, смотри. Да я вижу, она огромная очень, она жирная. Блядь, фу, пошла нахуй отсюда. Тварь. Погоди. Извините, пожалуйста, но в нашей группе небольшое пополнение сейчас произойдет. Вот. Ребята из детдома приехали посмотреть на наш... На наш... Нашу богатую жизнь. Да, нашу богатую жизнь, поэтому... Пожалуйста, поприветствуйте их. Вот, пожалуйста, ребята из детдома пришли. А, они уже пришли? Вот, они пришли. Пожалуйста, не ломайте ничего, ни игрушки, ничего не трогайте. Просто поделитесь с ними. Им тоже как бы хочется. Расскажите. Хороших игрушек, хорошей жизни. Они ломают, они все ломают, разъебывают жестко. Ребята из детдома, которые пришли, вы можете подружиться с богатыми ребятами. Может быть, попросить игрушку какую-нибудь, да? Попросить не отобрать, только попросить. Не отобрать ни в коем случае, только попросить. Нахуй воспитателя. Ну, это грубо. Да, это грубо, но... Это грубо. Что бы ты сделал, ну, как бы... Во-первых, я бы хотел узнать, кто его научил таким словам. Родители, может быть? Слушай, но у него нет родителей, он детдомовец. Слушай, действительно, скорее всего, их воспиталка в детдоме просто шаболда какая-то мразь. Жесть. Жесть. Я таких слов не знал, кстати, до этого. Теперь буду знать. А у меня не спрашивайте, я не знаю ничего, я сам ребенок. Я не знаю, что такое пизда. Я такого слова не слышал никогда и не видел. Блин, а как в этот момент проходить игру, если мне нужно воспитывать ребят здесь? Я не понимаю просто, мне как-то нужно и проходить, и воспитывать. Так, короче, мне кажется, что уходят детдомовцы сейчас. Думаешь, что уходят? Я думаю, им пора проваливать из нашего элитного детсада. Оставим только ребят, которые... Да, они, видимо, слишком много спиздили игрушек и отпиздили наших подопечных. Ну, посмотри, твоих... тебя как вармы ведут. Так, сейчас. Я еще маленький, я не знаю, как убрать детдомовцев. Детдомовцы, выйдите, пожалуйста. Я не хочу применять силу. Наш охранник не умеет выгонять детдомовцев, к сожалению. Я малыш вообще-то. Выйдите сами, детдомовцы. А, все, нет, все. Все уже убрали? Все, детдомовцы ушли. Блин, а что делать? Я не знаю, как, что такое сифилис. Это очень... Это болезнь. Нехорошая болезнь. А как она получается? Как выходит вообще, что она появляется? От плохих отношений с плохими людьми. Вот ты видишь, например... С плохими? А что неплохого? Ну, ты смотри, например, вот ты... Они у кого-то... Ты порядочный мальчик. Побили какого-то дядю? Ты порядочный мальчик и познакомился с какой-то тянкой из детдома. Это вот точно. У нее, скорее всего, не надо так делать. Ага. С детдомовцами. А что такое тянка? Девочка. Девочка ага. Маленькая. Девочка. А что она, что с ней плохого? Я прослушал. Она из детдома, с ней все плохо. Ничего хорошего быть не может. Ну, ладно. Хорошо. Буду остерегаться. Хорошо. Ладно, хорошо. Понял, принял. Мама сказала, что у нее спит. Что значит, что она будет много спать? Нет. Это значит, что она, скорее всего, вообще спать не будет больше. Ну, возможно, никогда. Она... Никогда. Ни с кем. И, возможно, у тебя батя уйдет скоро из семьи. И ты окажешься в детдоме. Так что лучше бы ты подружился с ребятами, которые приходили только что. Да. Лучше бы ты отдал им все свои игрушки. Ладно. За 100 листиков игрушек-то можно купить хотя бы? За 100 листиков? За 100 листиков, да. Сорванных с дерева. С дерева? Да. Вы занимались таким? Да хуй знает, не помню. Чем? Прошу прощения, я не знаю вообще. Я ничего не знаю, блядь. Я отстал ребенок. Я из специальной школы прибыл. Витьку показывал 100 листиков? Я прибыл из школы для отсталых. В зале написано, Мэл, мне 15 лет, друзья тут бухать на выходные. Извини, дружище, ты, блядь, ты на 10 лет задержался в нашей группе. Съеби, пожалуйста, выйди из нашей комнаты. Ты уже слишком он старый. Это мой одноклассник, так что... Ты что не здесь трогайте делаешь? Его. Я не матюкался. А если я матюкнулся, то я не со зла, у меня синдром Туретта еще имеется. Смог бы изобразить его?
Ну, я всю свою жизнь его изображаю, по-моему. Детдомовцы принесли в жертву повариху во словосостояние. Что делать в такой ситуации? Сделать? Сказать, что жаль ее? Не знаю, они уже ушли. Ничего страшного, мы наймем новую повариху. Это просто, так скажем... Так бывает, так случается. Ну, это жизнь, это жизнь. Иногда люди исчезают из нашей жизни. Да, но детдомовцев уже привлечь не получится, к сожалению, потому что они детдомовцы просто привыкли к тем, к тому, что у них кто-то исчезает. Они разбежались просто. Это жизнь. Пустите детдомовцев, они веселые. А что можно сделать детдомовцу, которому 5 лет, типа, как его можно привлечь к какой-то ответственности? Никак. Никак, никак. Повариху можно лишь пожалеть ее семью. Фактически он безнаказанный, он может все что угодно делать. Да. Все спят, никто ничего не говорит. Там есть приспешник. И тут внезапно в детдом, пока все спят, забегают, а точнее в наш детдом забегают чуваки из этого, из откуда? Я забыл. В детдом забегают из школы... Интерната. Внезапно. Открывай чат. Номер 322. Пока все спят, забегают чуваки из интерната. Сейчас. Все, они выпущены, скажем так. Впущены, точнее. Детдомовцы забегают в гимназию. Что они будут делать? Они просто разъебывают всех. Спасибо за донат. Как противостоять детдомовцу? Я просто не понимаю в таких ситуациях. Что ты ему сделаешь? Ты же его не ударишь. Так, сейчас нужно чекнуть. Не, ну ты можешь его ударить, наверное, но, скорее всего, тебя убьют после этого, прирежут, мне кажется. Дядя Вова, Саша вчера забрал у меня 100 рублей, а донат даже не появился на экране. Дядя Вова, что делать? Я думаю, что... Ну ладно, дядя Вова должен ответить. Саш, где 100 рублей? Саш, ты почему берешь у детей деньги 100 рублей? Вот Саша охранник, почему? Я не брал эти деньги. Да в смысле? Нет, ну возможно, я их взял, Никита. Возможно, мне их... Скажем Никита так, незаметно пришел. Подкинули эти 100 рублей. Подкинули, да? Да, я даже не заметил. Прошлому охраннику тоже часто подкидывали, поэтому он прошлый. Мне разве часто подкидывали? Давай так, Саш, это было первый последний раз. Так сказать, когда тебе подкидывают 100 рублей дети, 6-летние, 5-летние. Откуда у них, кстати, такие деньги большие? Непонятно. Да, действительно, как-то. Может, это, блин, меня просто подставить хотят, мне кажется. Они просто свергают охранников одного за другим и ищут просто такого, который вообще будет их во всем устраивать, какого-то мертвого, возможно, я не знаю. Они каких-то гусей впустили еще туда, представляешь? Ты понимаешь, это детдомовцы, они вот на улице начнут то кошку, с кошкой что-то сделать, то с гусями. Просто... Это просто жесть. Я поэтому не люблю с ними работать, какой-то, понимаешь? Пошел. Одно дело, нормальные, богатые дети, да. В нашем элитном... Ну как так получается, что они каждый раз врываются к нам в нашу элитную гимназию, разъебывают все с гусями еще? Да потому что отбитые. Что я могу? Я один охранник в этой гимназии. Надо нанимать более серьезных, еще, не знаю, каких-то ГБРовцев. ГБРовцев, да? Да. И что мы им скажем? 6-летние дети разъебывают нашего охранника? Да, мы не справляемся. Я, типа... Просто их пропускаю. Я просто пропускаю их и все. Ну, а вдруг они, я не знаю, блядь, съедят меня? Дядя Саша разговаривал со мной о футболе, но, блядь, это уже ни в какие ворота не лезет. В смысле? Ты совращаешь детей. С чем? Ты о футболе с ними разговариваешь, что это за история? Я ни с кем не разговаривал о футболе, я просто смотрел матч футбольный. И вслух... Вслух комментировался. Да. Подожди, я играл в одну игру. Там таблицы, в общем, и игроки... Даже говорить об этом не хочу. Я чувствую, что, знаешь, в нашей гимназии развивается как-то ложь. Появляется очень много людей, которые хотят... Ну, дурное влияние детдомовцев... Да, детдомовцев зря мы пустили. Понимаете, у нас... Это не один раз было, это было несколько раз. Нужно что-то с этим делать, потому что я считаю, дети что... все хуже и хуже становятся. Детдомовцы больше нельзя пускать. Да. Так, куда мы идем? Спасибо большое, Милан Пай. Я не помню, что я заказал просто. А, блин, чат, прикиньте, я сделаю на стриме, вы охереете же. Это будет самый просматриваемый клип. Лизон, блин, об столб ударилась? Нет. Там у него, кстати, хороший режиссер был этого клипа.
А, нет, ладно, не буду. Я понял, почему я это не делаю. Я не догадывался. Теперь я понял. Эмпирическим путем, так скажем, было выяснено, что это плохая идея. Один кадр. Кет! Идите подсасывайте мне. Все плечо. Элтон, я нужно подсасывать срочно. Фак, ты просто отлично выглядишь. Да, да. Татухи у тебя такие классные. Можно потрогать? Да, конечно, можно. Блин, а кожа. Я смотрю, как он играет, он как будто рыба, а не человек, сам как будто, да? Плывет по течению. И пахнет от него соответствующе. Если бы была возможность закусывать факером, я бы им закусывал. А бил бы вот так головой об стол, чтобы почистить? Да, и засовывал бы мизинец в рот ради рофла. Это был бы самый приятный, наверное. Самый приятный засунутый палец в рот кому бы то ни было. Я бы вообще его трахнул, если честно. Ну, то есть, ну, будем откровенны. Он красивый, по любым меркам. Еще раз? Почему бы и нет? Уже столько лет прошло, он еще тогда был несовершеннолетним, когда это было в первый раз. Из украинцев он для меня на втором месте. После кого? После хвоста. Мне эту историю рассказали просто, как хвост задефал наших женщин. Чего там делали? Ну, короче, подъехали, короче, мексиканцы. Назовем их мексиканцами. Или турками, ну вы поняли. Подъехали на Лексусе и, короче, начали, ну... Типа, садитесь, покатаем, ну, типа, с этим мексиканским акцентом, знаете, типа, садитесь, покатаем, прокатим. Короче, рядом хвост сидел, он, короче, сначала так, типа, смотрел, потом встал, подошел и просто прогнал их нахуй. И теперь я считаю, что хвост — это герой. На факер на втором месте. Он нихуя не делал, но он все равно хорош. Мне кажется, будь факер на их месте, на месте турков, он бы поступил так же. А Ксюха и не против. Он, возможно, запрыгнул бы к ним в Лексус, умчался. Прикрыв всех, так сказать, своей задницей. Пожертвовал с собой бы. Я вилку держал. Диджей Линка выгнали в первый день. В первый день выгнали. Вайтра взял его за шкирку и реально вывел, больше его никто не видел. Его отпиздили где-то на улице. Возможно, это Вайтра и сделал, но тогда не стоит рассказывать про эту историю. Но он был расстроен этим поведением. А в конце, типа, Вайтра такой, ну все, типа, кто не нагулялся, ко мне, типа, в Одессу. И УЗИ Смайл поехал. Ну, мы все знаем Смайл. Да вот ты намного лучше Смайл. Блин, жесть. Это и даже Виджейлин. Ну, мне даже неинтересно концовка, потому что я знаю, что факер, ну, явно справится. В смысле не он? Ну, тут ведь не концовка важна, а сам процесс. Посмотри на его отточенное движение. Он не просто... И загрузка, да? Конечно. Он не просто справится, он справится конечно. Как самый лучший. Как всегда на стримке. Смотри, он решил, он настолько хорош, что он решил перепройти момент, который был 20 минут назад, чтобы игра... В итоге, в конечном итоге, раскрыл себя. Лучше. Да. Раскрыл себя. То есть он вспомнил, он что... Он продолжает был... фидить, чтобы... Это ход гений, по-моему. Конечно. Да, я не знаю, куда идти уж. А его еще лепреконом называют, да он... Минотавр. Это потому, что он очень богат. Все завидуют душой. Его. Да? Душой и телом. И причиндалами тоже. О, у него такой большой... Сральник. И он никак не может проплыть мимо этой рыбы. Но нам это нравится. Ну Гит он такой, он типа, ему неинтересно смотреть, показывать игру. Факер все-таки идеален. Ну, мне кажется, то, что Факер организовал стримкату, достойно отличия. Да, да, да. Спасибо ему. Может, твоя лучше открыть? Давайте представим немного. Дайте еще креститься. Храни тебя, Георгий Чудотворец, Николай Спаситель, пожалуйста. Господи. Ой. 10 человек лучше. Никогда не слышал более долгих аплодисментов. Я слышал, мне дедушка в детстве рассказывал пословицу о каком-то греческом мудреце, который говорил, дайте мне член факера, я переверну землю. Он часто мне ее рассказывал. Лучше не доставай свой член никогда, фак. Мы не хотим смены колесов. Хотя, знаешь, Австралия неплохо живет. Я думаю, что, знаешь, когда начнется война с Америкой, Путин откроет ядерный чемоданчик, там будет член факер внутри. И что Путин с ними сделает? Мэл, хотел бы я тебя спросить. Перевернет землю, когда американские ракеты будут лететь, понимаешь? И они как бы сами в себя попадут.
Да, Quiet супер охуенная вещь, на самом деле. Ты снял уже? Да, это, блядь, супер охуенно, я вообще тебе все... Все, может, использовали. Я всю жизнь... Будешь Quiet снимать? Я считаю, что за этим будущее. Теперь, когда я попробовал, я думал, будущее с двумя вещами. Ты факер и Quiet. Но теперь я даже не знаю, как бы ты не был хорош, но Квай слишком хорош. Блин, я успела прочитать сообщение, если Ксюша это прочитает, то она умрет. Ну все умрем. Ну, хорошо, что я там факер, он лучший врач. Да, от одного его прикосновения все резко. Хотела бы я, чтобы он сделал мне искусственное дыхание. Он настолько велик, что может делать его только задницей. Он не прикасается к простым смертным своим ртом. Я видел этих людей, которым он сделал дыхание. Они сейчас записывают Квай. Веселятся. Да. Они счастливые люди. Вы знаете, что Небесную Сотню назвали в честь Факера и его 100 килограмм веса? Я не знал.